Все антиковидные меры, которые должны были вступить в силу в Башкортостане с 29 июня, перенесли на 5 июля. Решение принято в связи с нехваткой вакцины от коронавируса. Об этом в социальных сетях сообщил глава региона Ради Хабиров. Напомню, ограничения касаются в частности сферы общепита. В заведениях, где число посадочных мест больше 50, можно будет попасть только при наличии сертификата о вакцинации либо отрицательного ПЦР-теста. Аналогичные меры распространят на салоны красоты, фитнес-клубы, санатории, а также междугородние перевозки. По словам главы региона, сегодня в республику поступит почти 55 тысяч доз вакцины от коронавируса, послезавтра еще 35 тысяч. На сегодняшний день в республике провакцинировано 490 тысяч человек. Напомню, за последние сутки в Башкортостане коронавирус диагностировали еще у 122 человек. Таким образом, с начала пандемии заражению подверглись 40 тысяч 666 жителей республики. Растет и число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом. За сутки скончались 4 человека. С начала пандемии 578.